Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем ромбоусеченный кубок Тайдер. Делается с помощью коллекционного журнала «Волшебные грани» номер 21. В этой модели, в этом журнале две модели можно сделать. Вот наша. Обратите внимание на клей. Я использую ПВА строительный, усиленный. В более удобный дозатор его переливаю маленький. И наношу на лепестки, чтобы было удобнее собирать модель. Вторая модель называется ромбокубоктайдер. Давайте начнем и сделаем ромбоусеченный кубоктайдер. Уровень сложности старт. Здесь описано строение многогранников. Подготовка к сборке многогранника. Схема сборки многогранника. Одного, второго. 4 листа картона, по 2 листа на каждый многогранник. И преобразование, как образуется фигура ромбокубоктайдер и ромбоусеченный кубоктайдер. Достаем листы картона с нашими развертками и извлекаем их. Извлекаем шестигранники, даже больше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, восьмигранники, они нам не нужны. Убираем еще 2 восьмигранника. Здесь внутри у нас такие остаются заусеницы крепежные, которые мы удаляем с помощью ножниц. Точно так же здесь подрезаем. Соединяем две развертки через вот этот лепесток А и вот этот. Линейкой проверим направление, чтобы было у нас все идеально. Все линии у этой развертки наружные, поэтому загибаем. Отлично, все линии загнуты. Через лепестки B склеиваем развертку.
Следующие приклеиваем детали лепестки С. Вот у нас вот эти лепестки. Их и приклеиваем. Есть. Потом как крышку эту приклеим. С другой стороны делаем то же самое. Все лепестки С приклеиваем. И приклеиваем восьмигранник. Переворачиваем на другую сторону и приклеиваем последний восьмигранник. Многогранник наш готов. Уберем остатки клея. Для этого возьмем обычную воду, смачиваем вату и протираем плоскость. Сразу насухо протираем сухой ватой, чтобы не оставалось разводов и чтобы не размыкал картон. И промываем всю фигуру там, где это необходимо. Ромбоусеченный кубок Тайдер готов. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за внимание. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока. В следующем видео сделаем усеченный Косайдер. Делается с помощью коллекционного журнала «Волшебные грани» номер 19. В этом журнале представлены два многогранника. Второй многогранник называется «Икоса Додекаэдер».